Во временно оккупированном Крыму снова громко. В Севастополе вечером 24 октября прозвучали два мощных взрыва. По данным местных телеграм-каналов, взрывы слышали даже в Бахчисарае. Тревогу в городе объявили уже после этого. Местные жители писали о взрывной волне, которая выбила окна. Улица Хрусталева, 61. Очень сильный был взрыв. Сразу же очень громкая сирена, окна задрожали. В чатах паника. Некоторые пророссийские паблики сообщали о взрывах в Западном Крыму и Севастополе. При этом российский военкор Рыбарь заявляет, что украинская армия пыталась атаковать военные объекты в Севастополе как минимум двумя ракетами. Украинская сторона об атаке на полуостров не заявляла. Тем временем гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жители города якобы слышали штатные мероприятия в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов. По его словам, в районе Каракобы с помощью РЭП посадили беспилотник. Он якобы сдетонировал в поле. Исполняющий обязанности заместителя оккупационного губернатора Севастополя Евгений Горлов тоже продолжает вешать лапшу крымчанам. Уверяет, что у оккупантов все под контролем. «Спокойно, все нормально», – написал он в своем телеграм-канале.